Друзья, ребята, команда, всех приветствую. Как у вас настроение? Сегодня середина недели, 23 февраля 2023 года. Красивая дата. И сегодня праздник. Хочу поздравить всех ребят, кто служил в доблестной советской армии. Не знаю, как в России, как в других республиках, но 23 февраля, те, кто были в Советском Союзе, вы знаете, это был самый большой, самый главный мужской праздник, поэтому всех мужчин поздравляю с этим днем, желаю здоровья, благополучия, удачи, успехов, новых побед, чтобы все получалось. Вижу, девушки начали нас поздравлять. Девчата, огромное вам спасибо за поздравления. И, ребята, так, наша сегодняшняя праздничная планерка, заявлена тема «Как не изобретать велосипед и делать большие результаты». Я хочу поздравить нашего чемпиона Жениса с чеком, с тем, что он пробил чек в 10 тысяч долларов. То есть это в те месяцы, когда нет продаж. Январь-февраль обычно это сезонные, сезонно такой слабые месяцы, но Женис рвет эти шаблоны, и на нашем маркетинге, на нашем инструменте, на нашей идеи, продукты делает хорошие чеки. Не только он хорошие чеки у прибалтийской команды, у Валды, у Сармы, у Инты. То есть у девчонок классные результаты в команде Елены Гребенцовой, отличные результаты в команде Инель, результаты в команде Зои, супер результаты. То есть нет смысла перечислять, ребята. То есть те, кто работают, те, кто делают простые вещи, те, кто делает, сфокусирован на одном, и делает правильные вещи, у них есть результат. Ну, не 10 тысяч, но у кого-то 500 долларов, у кого-то 1000 долларов, у кого-то 2000 долларов. Но это реально. Тем более январь-февраль, начало года, когда только-только все начинается, разгоняется, я считаю, это даже неплохо. Заодно повод для тренировки. И, ребята, сегодняшняя тема – это «Как не изобретать велосипед?». То есть у нас есть новички, и хотелось бы им сделать прививку, чтобы они понимали, куда они пришли, в какой они бизнес пришли и какие вещи ни в коем случае нельзя делать. То есть вам нужен результат, вам нужны деньги сегодня, сейчас, да. И если вы будете делать простые вещи, то у вас будет получаться. И если мы возьмем путь Жениса, Инель, Зои и Валды, ребят, которые добились результата, вы поймете, да, что они делают простые вещи, и у них результат есть. Снова как бы повторяюсь. И, ребята, первое, да, конечно, интернет, первый момент, на чем бы я хотел сейчас начать эту мысль, первое, это то, что вы живете многие в прошлом. То есть есть такая привязка, да, вот был до этого проект подарочный Ubuntu, были надежды, были какие-то ожидания по подарочной платформе GiftPool. И вы каким-то образом, да, до сих пор привязаны вот к этим проектам. А плюс вы еще там, как из рога изобилия, сыпятся новые проекты. И вы там тоже, кто-то уже туда успел забежать, да, я не буду называть названия. Кто-то там вообще, как бы, ну, как бы, ну, думаю, ладно. И кто-то уже ломится в эти инвестиционные проекты, скамовые проекты, и уже, ну, я к тому, что, ребята, вам нужно, да, если вы хотите вот именно в Money Magnet делать хорошие чеки, вам нужно остановиться, просто ничего не делать, остановиться и спросить, что, нужно ли мне, допустим, да, развиваться именно в Money Magnet. Вы не сможете усидеть на нескольких стульях сразу. Сразу же обрежьте, да, чтобы у вас не было утечки энергии, откажитесь от старых проектов, где смысла нет уже двигаться, там лошадь уже умерла, да, и сдохла, да, и остановитесь, просто, да, был, получили опыт, забыли, ушли. Новые проекты, неважно, ребята, в любом проекте можно зарабатывать деньги, абсолютно в любом проекте. Их много, хорошие, плохие, очень плохие, да, но если вы пришли именно в Money Magnet, в нашу команду, ребята, вам нужно принять решение, что да, вы здесь будете полгода, минимум год застегнулись и пошли фигачить. Принять решение и бить в одну точку. Делать одни и те же вещи. В одну точку каждый день. Все внимание именно на этом проекте. Понимать маркетинг, понимать инструменты, как продукт работает.
Сам бот уже воронка, уже сам наш телеграм-бот, где бэк-офис, где кабинет, баланс и команда, это уже хороший продукт. Плюс мы даем еще автоматизацию в виде того, что вы можете настроить простую воронку. Эта воронка, в принципе, вот прошлую планерку я вам четко показывал, крайние две планерки четко показываю, как работает воронка. Она нормально работает, она делает то, что ей положено. Делает захват контакта, дает вам тепленького лида, и с этим лидом надо работать. То есть, и вот до этого показывал вам связку, когда вы делаете YouTube-канал, и сразу под каждое видео делаете вашу реферальную ссылку на бот. Она нормально работает. Каждый день, через день приходят лиды. Самый простой, самый примитивный способ получения партнеров. Заливаете видео, которых огромное количество, по Money Magnet, вы видите, у нас ни одного дня не проходит, чтобы мы не проводили школы. Максим Соборов, Андрей Прохоров, Лара Барышева, лидеры «Утренний кофе», Женис, я, мы каждый день, внутри команды еще очень много видео вы можете собирать. У Валды я вижу каждый день командные планерки, у Зои. Это все видеоконтент. Все это надо выводить в соцсети. Слава Богу, есть соцсети. YouTube есть, Instagram есть, ВК есть, TikTok есть. Ребята, но просто я не пойму, почему да, у вас вот заты с этим, да, то есть огромная аудитория, да, вы можете свою информацию давать огромному количеству людей, показывать возможности. Плюс Елена Гребенцова записывала вот эти короткие минутные ролики с чеками. Почему не используете их? Я вам показывал платные сервисы в виде телеграм-ботов, в которых тоже можете рекламу давать. Там она стоит 240 рублей. Тоже оттуда приходят партнеры. Почему вы это не используете? Какой смысл вам давать информацию, если вы даже простейшие вещи, вот YouTube и ссылка на бота не делаете? То есть список звонок встречи, вот резюмируя, да, скажу, что та модель, которая дает быстрые чеки сегодня, прям заработок сразу, это классика, простая, да. Я не знаю, есть ли у вас списки или нету, но вы, если у вас нет списка, вы на месте будете стоять, ребята. Поверьте мне на слово. Наша индустрия, она работает так вот. То есть больше 100 лет эта индустрия, но вот в том виде, в котором она была рождена, вот 10 уроков на салфетке, их никто не отменял. Сделали список и начинаете работать с этим списком. Интернет вам в помощь. Интернет позволяет этот список вас постоянно расширять. Люди залетают к вам, вы их в список, и начинаете с ними общаться, коммуницировать. Сейчас дальше Женя уже будет продолжать, как непосредственно правильно уже включать, на что упор делать. Я вам просто показываю, что где ваши ошибки, ребята, почему у вас не получается. И сколько мы уже провели уроков, просто там, да, один день выберите, чтобы вас никто не отвлекал. Скажите семье, ребята, вот мне надо плотно поработать, да, все, закрылись, все вырубили, сделайте YouTube. Сделайте то, что мы вам показываем, да, обязательно, если, ну, есть необходимость, да, платные сервисы используйте, но платная реклама, ребята, она работает, но нужно время. Плюс сейчас вот партнеры начали тестировать именно по инвайту, да, наполнять свои группы заново. Просто поймите, что вот эта история, почему я ее раньше не стал давать и был немножко против, потому что я знаю, что любая автоматизация, это тоже сбивает фокус, да, и если вы сейчас полностью погрузитесь в автоматизацию, будете, у вас будут, не, скажем так, неоправданные завышенные ожидания по этой системе, то вы сильно провалитесь в чеке, очень сильно. Поэтому она должна быть, но она должна быть фоном, как у Жениса. Вот он, допустим, да, работает по классике, но у него там больше 30 человек, которых он еще не обработал даже. Они в бота к нему залетают, кто-то на него на связи выходит, кто-то не выходит. Но мы же не говорим, что нам нужно заниматься переписью населения. 5 человек вам нужно всего лишь активных партнеров и с ними работать, чтобы они свою пятерку включили. Потом вторую глубину включаете, третью глубину. Вот наш бизнес именно работает только так. А почему наш бизнес не работает через автоматизацию? Потому что автоматизация – это история, она не совсем дублицируемая. Эти вещи из 10 только двое смогут повторить. Остальные начнут делать, сольются, бросят, там, да, забудут там, и не будут делать. Поэтому вот простые вещи, про которые мы говорим, классика, список звонок встречи, вывод на оплайнера, трешка – это самая простая история. Поэтому в сетевых компаниях
да, где это обучение поставлено в основу, да, очень большие чеки, очень большие товарообороты, потому что они не изобретают велосипед. Все давным-давно уже изобрели, и именно этот инструмент, это именно эта старая классика дает всегда хорошие результаты. Я не против автоматизации, она должна быть, тем более соцсети, интернет, чтобы вы могли масштабировать бизнес, да, расширять свою первую линию. Потому что наш бизнес – это бизнес просеивания. То есть не все люди подходят в наш бизнес. Не все. Единицы. А именно вот эта воронка, она позволяет вам отсев делать. Да? То есть чтобы освободить ваше время на ключевых людей, на ключевые действия, на то, чтобы вы делали исходящий поток в виде видеоконтента. То есть для того, чтобы был у вас входящий поток, вам нужно усилить исходящий. Да? Вам нужно усиленно делать контент. Записывайте видео, делайте презентации, участвуйте в утренних кофе-брейках. Зоя, Максим, большие молодцы. Вчера провели классную школу. То есть только так вы можете выйти, да, ребята. Вам все равно, если вы хотите выйти на хорошие чеки, вам все равно нужно будет заплатить цену. И эта цена не измеряется деньгами. Эта цена измеряется вашими действиями, вашим временем и вашей настойчивостью. То есть у многих почему-то такое ощущение, что если они пришли в сетевую индустрию, у них прям уже по умолчанию, да, чек должен быть 5000 баксов в месяц. За то, что они только просто пришли в эту индустрию. Но так не бывает, ребята. Деньги же с неба не валятся. Поэтому здесь я к тому, что вы обязательно пересмотрите свои действия. Я опять повторяюсь, ребята, не изобретайте велосипед. Чтобы у каждого, вот сейчас у нас на Zoom сколько человек там? Обычно 40 человек, 24 человека. То, о чем мы говорим. На планерке наш бизнес – это бизнес дубликации. Сами пришли, ваша первая линия на планерке должна быть, потому что на планерке именно зреет человек, раскрывается партнер, да, собирает информацию, дальше уходит. Мы говорим те вещи, которые работают. Мы не даем вам то, что не работает. Поэтому, так, и, ребята, давайте я сейчас свою часть закончил. Свое видение я уже вам показал, рассказал. Я сейчас хочу передать слово Женису. Женя, ты с нами? Да, да, я здесь. Рам, пра-пра-пам. Всем привет. Сколько мы, 2 дня не виделись? Алтай, ты все правильно сказал. Ну, вот я пока тебя слушаю. Я, знаешь, мысль меня какая посетила. Это все вторично. Вся эта техника, это все вторично. А я опять сейчас начну копаться в мозгах. Во-первых, давайте сейчас немножко пройдемся по лидерскому созвону, который был в среду с участием Андрея Прохорова. Во-первых, хочу по этому лидерскому чату сказать. В этом чате вся наша команда. Вот все наши. Вот сейчас я органично попытаюсь писать, Алтай, все, что ты говорил. Вы все знаете прекрасно, что они начали раньше нас, как минимум на месяц раньше нас начали. И нету никого у них квалифицированных. То есть те, которые двигаются через этого бота. Это первый момент. Там был какой-то чат, совет директоров, я из него вышел. Ничего там полезного, продуктивного не увидел и вышел. Потом мы проговорили, Андрей говорит, будет сейчас чат лидерский, которые вот есть ранги у людей. И вот создан чат, серебро называется, и там вся моя команда. Блин, ну, значит, это о чем говорит? У нас правильные действия, у нас верное решение. Вот. И, в принципе, сам Максим, как один из авторов вот этих всех ботов, воронок, он тоже это подчеркивает. В любом случае, человеческий фактор в приоритете. Это первый момент, что я хотел подчеркнуть. И самое главное, друзья мои, я чувствую, что мы скоро, мы прям как чили скоро лопнем, прямо вот пойдет. Сейчас все люди там, где бегают, там в разных этих компашках, проектиках, они придут сюда. После среды
Я вообще понимаю, да, насколько все это масштабно, насколько это долговечно, насколько это перспективно. У нас в течение 2 недель, ну, через 2 недели максимум, появятся новые продукты. У нас будет, кроме бота, телеграм-бота нашего, будет у нас веб-сайт с продуктами. То есть те люди, которые говорили: «Женис, ну, блин, мы зовем на продукт, а продукта нету, того нет, этого нету, да. Пожалуйста, вот вам продукт». Продукт он уже есть, они сейчас думают, как его правильно завернуть, потому что люди могут заходить, прохожие, извне на этот сайт. Они могут заходить извне на этот сайт, то есть без регистрации. В любом случае, они будут как-то находить, да, реферальную ссылочку. То есть, естественно, по вашей реферальной ссылочке. Вы же как-то должен на этот сайт, вы должны порекомендовать. Слушай, посмотри, вот $15 цена вопроса, ну, пощупай, потрогай. Там на месяц этот продукт будет, конструктор ботов будет в том числе. Как бы я туда сильно как бы не вштыривался, да, вот, не вникал. Потому что, почему? Потому что, друзья, возвращаясь к тому, что я хочу сказать, вы все просто термоядерные сетевики, клима ставить негде, уже чистой кожи нету, знаете, как вот эти балбесы ходят в татушках, нету дециметра чистой кожи, так и у вас. Да, у нас у всех уже везде вот клеймо, там был, матрица такой был, бинарий таком-то был, в крипте такой-то был, так далее, так далее. Ну, вообще, супер. У вас, у многих из вас стаж в разы больше, чем у Алтая. И смотрите, почему он успешный, почему он зарабатывает. Потому что, я думаю, последние 10-15 лет он зарабатывает очень хорошие деньги. То есть он перешел вот этот так называемый Рубикон, точку невозврата. Он вышел к той цифре, которую он хотел. На меньше он не согласен. Кто-то себя с достатком, с доходом в $1000 чувствует себя Рокфеллером. Алтаю сейчас, если такой доход предложит, он почувствует себя нищим. Понимаете, к чему я веду? У многих в голове хаос, каша. Да, вот так называемые сетевики сидят там в 3-4 проектах. Я говорю, у меня этот проект есть. Короче, знаете, это называется мозговой анонизм. Да, простите меня за грубость, как всегда. Потому что не будет у тебя результата ни там, ни здесь, ни в третьем, ни в четвертом проекте. Просто это априори невозможно. Еще раз говорю. Для этого что нужно сделать? Вам надо сесть, разобраться. Я даже не говорю, что вы мани-магнит качали. Если вы сидите там в какой-то матрице, да, если сидите вы в какой-то бинаре, если вы сидите в какой-то дарилке, четко для себя вы должны нарисовать вашу реальность в голове. До того, прямо накануне моего свала с этой индустрией, когда я разочаровался в людях, разочаровался в этой индустрии, прямо где-то вот уже перед уходом, я тогда вот прямо реально людям говорил: я свой потенциал оцениваю в месяц в $3000. Это было лет 15 назад. Да, лет 15 назад. Хотя на тот момент я зарабатывал ровно в 3 раза меньше. Но у меня в голове это сидело, что я стою $3000 в месяц. Потом я вернулся спустя 10 месяцев. Вот здесь вот Виктория присутствует, вот она самый-самый такой старожил, который со мной с момента моего возвращения в эту систему. И она вам подтвердит, в той компании я был топ-чек. Почему? Потому что у меня в голове вот это сидело. Я должен быть, раз я пришел, я должен здесь зарабатывать. Я не пришел здесь месить фекальную массу, понимаете, работать ради работы. У меня была четкая цель. И мне было пофигу, этот работает, этот не хочет следующий. Да, и я там в месяц у меня был доход, я там тоже недолго работал, да, там $7-8 тысяч. Понимаете? Вот такая система. Потом мы с Викторией мы пошли в другой проект, в матричный. За 3 месяца я там заработал 1 000 000 рублей. Потому что, ну, на меньше я не согласен. Вы сейчас правильно меня поймите, абсолютно у меня сейчас не идет самопиар, я хочу нисколько похвастаться, я хочу на своем примере вам сказать, да. Потому что я оценил свой потенциал в $3000, не меньше. Я к нему шел сознательно.
Понимаете? Вы рисуете вашу реальность у себя в голове. Понимаете? Вот я вот который раз вам это проговариваю, потому что некоторые говорят, не могу понять. Вот. Айнаш здесь, мы с ней разговаривали. Я не знаю, меня что-то придавило. Что тебя придавило? Бетонная плита придавила. Тебя придавило, придавили твои мысли. Тебя придавили вот этот окружающий внешний мир. Что твои девочки там рассосались. Кто-то на Бринкмана молится, сидит, сопли льет там. Да, до сих пор там кайфует там от мудрости жизни, от этой всей хрени, блин. Да, кто-то говорит, я пойду туда и так далее, и так далее. Понимаете, почему люди от вас уходят? Почему люди уходят от людей? Здесь вот ключевой момент. Потому что вы не даете им ментально. Вы не даете вот энергетически им того, что они от вас хотят покушать. То, чего они хотят от вас зарядиться. На самом деле все очень просто. Люди идут на людей. Я вам проводил, не знаю, вы новая команда, новая аудитория. Вот. В старой команде я всегда говорил, энергия на первом месте. На первом месте. Если не важно, что вы говорите, важно, как вы говорите. Вот это очень важно, вот это очень фундаментально, вот это основа всего. Вы понимаете, да? Вот Алтай же сказал, можно зарабатывать в плохих проектах, в очень плохих проектах, в хороших проектах. Везде можно зарабатывать, если есть то, что я вам сейчас вот транслирую. Если вы уверены в себе, если вы... Вот вы говорите, да, вот уверенно говорите. Вы даже не важно, что вы говорите, важно, как вы говорите. А, поверьте мне, люди от таких людей не уходят. От таких людей команды не уходят. А, вы становитесь таким, знаете, мощным магнитом. Они просто на подсознательном уровне хотят быть в орбите сильного, уверенного в себе человека. Вот этот момент для себя уясните, и у вас отпадет сразу. И опять же, закон селекции. Здесь просто, да, вот законы энергии начинают работать, законы вибрации, да, сейчас модно это стало произносить, ну, это оно есть, оно так и есть. У вас меняется окружение. Вот Виктория заходила к Жене, я не знаю, что делать, да, как, там, я говорю, тут не хочу. Я и сам сказал, так, вот эту отсеки, эти тянут тебя на дно, потому что с ними ты далеко не уйдешь, и они тебя утащат. Очисти поле свое. На твою энергетику придут другие люди. И у нее сейчас выстраивается очень сильная команда. Вот. Пришла к ней прямо огненная там, девушка, да, вот с России, Венера, блин, имя еще такое, видите, какое? Утренняя звезда, да, Шолпан по-казахски. И она на свой, она яркая иллюстрация того, что я говорю, демонстрация. У нее энергия фонтанирует прямо через край. И у нее идут люди, у нее идет поток подписок. Вы понимаете, про что я говорю? Вот это вы, когда если уясните, когда вы вот это поймете, у вас все наладится. Не держитесь вы за этого человека, за последнего человека на Земле, как после, после какого-то апокалипсиса, что вот на земном шарике остались он и ты, блин. И вы за него не держитесь. Людей хватает, безработных людей еще больше. Понимаете? Дарите возможность. Я после вот этого лидерского созвона вообще понимаю, какая круть, что нас ждет. Просто что ждет. Здесь можно спокойно, не стыдно, экологично, да, работать и двигаться. Все. Я вам еще раз говорю. Этот не хочет, прячется, скулит, ноет. Сегодня говорит, я люблю тебя, завтра говорит, сука такая, ты меня зачем сюда залила, блин, да? На следующий день опять говорит, я обожаю тебя, блин, да, я, блин, благодарю Бога, что тебя мне послал, да, вот нестабильные люди такие есть. Спокойно к этому отнеситесь. Все, да, лапочка, ты молодец, все, давай, давайте другого человека. Ну, не отдавайте туда расстройство свое, не отдавайте пиксель энергии, все забыли. Сделайте вот, как когда-то меня учил 25 лет назад космоэнергет. Да, вот сегодня это новая профессия, астрологи, нумерологи, прочие цифрологи. Он говорит, надо уметь учиться ставить защитный кокон. Говорит, да, вот, такое. Опять ментально, видите, все в голове. Поставил тебя, говорит, никакой сглаз не возьмет. То есть биополе. Слушайте, ребята, я немножко ушел в сторону, но вот это все работает. Я когда начал это практиковать, у меня действительно дела начали налаживаться.
одним знанием маркетинг-плана, одним знанием воронок, ботов, да, взямы, это все третично, даже не вторично. Я еще раз говорю, первично ты, мой друг, твое внутреннее состояние, твоя внутренняя уверенность. Вы понимаете? Вот. Я вот это прямо хочу вам прямо вколотить с вами. Потому что мне обидно, когда сетевики со стажем, да, профессионалы говорят, я не знаю, что происходит. Почему-то мне не получается. В себе поковыряйся. Не люди виноваты, да, что у нас не получается. Это мы виноваты, друзья мои. Это мы виноваты, что у нас не получается. Вот это вы когда начнете брать ответственность на себя, а не делегировать это. Команда плохая, люди плохие, да, и так далее. Когда на себя возьмете вот ответственность, у вас все будет получаться. Придут люди, которые именно в вашей энергетике, которые скажут, все, да, я с тобой. Блин, ну классная тема, живая тема. Мне нравится. Слушайте, даже здесь же за каждый чих, за каждый пук, слушайте, монета звонкая падает. Вы это не видите, что ли? 13 долларов, 26, 52, 500, 1000, 1500, 2, ну 10 тысяч в конце концов. Друзья мои, если это была пирамидальная схема, и мне никогда в жизни не получилось бы прийти через месяц после тех, которые первые пришли, обойти их по рангам, по чекам и прочее, у вас не получилось бы их обогнать. Вы посмотрите в лидерском чате, вся наша команда. Друзья мои, разберитесь с собой. Разберитесь с собой, и все будет замечательно. В компании можно не сомневаться, это экологично. Будет продукт, да, люди, когда мы были в Ubuntu с Алтаем, там мне говорило, там, ну, человек с моей команды, ой, нам бы здесь какой-нибудь продукт бы привязать, там, какое-то бы обучение, чтобы это не было, там, как пирамида, да, чтобы какой-то продукт был. Слушайте, ну вот он, есть продукт, а сейчас он еще усиливается. Плюс у нас будем выходить там на международные рынки, да, за пределы русскоязычного рынка будем выходить. И это уже готовится. И даже вот приходится мне вам чуть-чуть рассказать больше, чем я должен был рассказать. Вот эти вещи происходят. То есть это все на перспективу. Сегодня мы с Анашей разговаривали. Я говорю, слушай, ты придешь, начнешь двигаться через месяц, через год, через полгода. И все будет нормально, и ты еще будешь двигаться по доскам, если ты в нормальной команде. То есть не стыдно сюда приглашать. Ну, реально не стыдно. Потому что мы реально уже, у людей уже есть страх на подсознательном уровне. Потому что даже здесь задавали вопросы. Блин, интересно, как долго будет, да? А долго будет, да? То есть смотрите, да, сидит страх. Ой, мне Вика говорит, так надоело уже туда-сюда бегать. Людей теряем, да, мы свой рынок. Рынок людей сжигаем, да, как бы в любом случае, ну, как бы это ни выглядело, цинично, рынок людей, где люди, где рынок. Но так оно есть. Мы это сжигаем, мы оставляем деньги, да, и так далее, и так далее. Очень много можно перечислять. Все. Было время разбрасывать камни, пришло время собирать камни. Спокойно. Здесь не надо собирать огромную армию. Слушайте, чтобы выйти к тому максимуму, который здесь есть, вам нужно всего лишь 8400 человек. Даже 9000 не надо. У меня в Ubuntu было почти в два раза больше команда. За 3 месяца я построил там команду почти в 2 раза больше, чем здесь. Пусть я здесь за год сделаю, да, вот эти 8000. Но вы знаете, да, маркетинг, вы знаете же, когда вы на самой вершине, какой ваш доход? Потому что вот эти цифры, таблицы, они не объективны. Они уменьшены как минимум в 2 раза. Потому что я по себе это вижу. Там ранг платина показывает, когда достигаешь ранг платина, 4400 долларов. Посмотрите таблицу. Я на ранге платина, у меня вот, больше, чем в 2 раза доход. Да? 10 тысяч за 10 тысяч долларов. Понимаете? То есть, значит, вы когда будете в ранге платина, в ранге бриллиант, у вас там не будет там 400 тысяч долларов, у вас там будет 600-700 тысяч долларов, плюс по доскам заявлено 115 тысяч, там не будет 115 тысяч, потому что у меня первая доска уже 6-й раз закрывается, вторая, третья у меня 4-й раз сейчас закрывается. Понимаете, да, пока я
закрою седьмую на 15 тысяч долларов стоимостью, которую доска закрою один раз, я сколько раз закрою вот эти доски? По 15, по 50, по 150, по 500, по 1500. Вы сегодня радуетесь, да, и это справедливо, за 3 доллара реферальных, да, вот Венера. Та же Венера пришла, у нее даже она еще не магнит, то раз реферальный, у нее 3 доллара. Ну приятно, черт побери. Человек даже не успел еще ничего разобраться, уже раз, и денежка упала. А представьте, когда вы будете, команда будет, все равно через 2 месяца, это максимум, март, апрель, май, да, это железобетонно. Уже половина команды будет на досках стоимостью 500, 1500, 4,5 тысячи долларов. Ну вы понимаете там, какие уже деньги вас ждут? Даже если вы на 25%, вы со своего личника всего, допустим, 1500 долларов берете 25%. Но посчитайте, друзья мои, это совсем другие деньги. Поэтому надо уже команды вытаскивать с этих лягушатников. А как вы их вытащите? На вашей энергии, на вашей уверенности. Ну потому что мне даже стыдно, да? Мы такую мотивацию даем на 215 долларов. Блин, друзья мои. Ну, мои тапочки домашние смеются, блин. Вот не хочу никого обидеть. Почему такая самооценка низкая, блин? Я вам говорил, люди работают в моем маленьком городе на 1500 долларов. 2 года они работают на 1500 долларов. Без всяких воронок, без всяких ботов. Список, звонок, встреча. И вы понимаете, он же не бесконечный, понятно. Но отказали, они через месяц-два по второму кругу звонят. Потому что за месяц-два у человека в жизни что-то случается. Ему срочно нужны деньги. А у вас за месяц-два, значит, ваша задача сделать результат. 100-200 тысяч долларов сделать результат. Вопрос задать. Слушай, Маш, ну что там после нашего крайнего разговора? Какие у тебя сдвиги? А вот у меня плюс 1000 долларов. А может, ты все же рассмотришь мое предложение? Это круче любой воронки. Это круче любого бота. Понимаете? Давайте резюмируем. Друзья, смотрите, через 2 недели у нас будут еще другие инструменты. У нас будет веб-сайт с продуктами. Это для тех умников, которые говорят о скам-проект «Пирамидос». С одной мамзелью мы так разговаривали на 3 дня назад. Я, говорит, вообще на заводе работаю. Ну, оставайся на заводе у станка. Какого хрена на разговор пришла? При этом она говорит, что она сама боты собирает. Столько стало этих авторов ботов. У нас есть в команде 2 профессионала, которые говорят, мы сами авторы программ ботов. Я не вижу у них результата. Ни по боту не вижу. Ни бот их не качает. Ни приглашений нету, друзья мои. Понимаете? Поэтому я честно признаюсь, я не хочу вникать. Ко мне сегодня еще 2 человека по боту пришли по бесплатной регистрации. На 15 долларов мне даже не интересно разговаривать. Я еще раз говорю, хотите нормальных денег, вы хотите хорошие, серьезные деньги получать, хорошие профиты получать, а весь показывать себя, что вы самодостаточны, что вы профессионал, друзья мои, ну двигайтесь сами туда, выше. Пока вы сами не выйдете, туда наверх не выйдете, у вас команда туда наверх не выйдет. Все просто. Поэтому возвращаемся к чему. Продукт есть, веб-сайт у нас будет на иностранном языке, на внешний рынок. Мы собираемся выйти, админы сейчас делают для этого все действия. То есть проект у нас не скам, перспективы там еще на много лет вперед. Ну, знаете, с учетом, мне достаточно даже, вот мне достаточно, я вам честно скажу, 2-3 года достаточно. Потому что у меня очень большие планы на 1 год, а за 2-3 года, вот, сейчас Алтай вам подтвердит, ему было заработать 1 миллион долларов. Тяжело было, очень тяжело. У него прям пуп развязывался. Я это знаю даже не с его рассказов, я просто это знаю. Но 2-3 миллион уже, он идет уже легче. Поставьте себе задачу, да, заработать, допустим, 10 тысяч долларов. Да, я уже перешел, я сейчас как, на уже 4-значных цифрах я. Да, и вот еще чуть-чуть, уже 5-значные цифры. Вот поставьте себе задачу 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов, когда вы возьмете, поверьте мне, это небольшие деньги, на самом деле, в
принципе, я их зарабатывал в другой жизни, в той жизни до этой компании. Просто именно в этой компании вот это интересно. И вы когда возьмете 10 тысяч долларов, это называется точка невозврата. Вы меньше уже не хотите. Вам уже 20-30 тысяч долларов будет заработать легче. Но как к этому прийти? Сядьте вечером перед зеркалом, вскройте себе голову отверткой, да, там поковыряйтесь, понастраивайте себя, что вы самый крутой, что вы самый лучший, и все хотят к вам в команду, что вы успешны, даже если у вас в кошельке пусто. Но никогда не говорите, я сижу в жопе. Если вы будете часто проговаривать вот это, что я себя в жопе, вы с этой жопой не вылезете. Никогда. Потому что вы в это верите, вы с этим живете. А потом то, что вы говорите, да, я хочу заработать, там, условно, $1000, неправда. Уже идет, это, понимаете, несостыковка. Потому что вы более искренне, когда вы говорите, что я сижу в жопе. Забудьте это, скажите мне здорово. Мне вообще все офигенно, несмотря ни на кого. Моя жизнь зависит от меня. И у вас будет получаться. И вы слово забудете. Это. Так что мы в крутой компании, в надежной, в честной, экологичной, в денежной. И нам сюда не стыдно звать, и нам сюда не стыдно приглашать. Уверенно. Вы знаете, что завтра этому человеку будете смотреть в глаза честно, прямо и правдиво. А если вы еще возьмете на себя больше ответственности, чем ваш приглашенный, то есть обеспечите его переливами, и он может учиться потом, попозже. Просто уже у вас уже будет аргумент. Слушай, подруга, ну я же тебя закрыла командой работы, давай тоже сюда свою лепту вноси, давай приглашай, теперь ты кому-то помоги. Вы понимаете, это так делается. Поэтому Андрей правильно сказал, что Женис, вот сам одну доску, я не полностью, шесть раз я на одну доску пришел. Здесь закольцовано, вы понимаете? Здесь просто я не знаю, ну, не хочу никого обижать, но просто очень ленивый здесь не заработает. Просто, ну капец какой ленивый, не заработает. Все есть. Главное вы. Здесь главное, в этой игре вы, мы, я, ты, он, она. Это вот этот момент, вы поймите. Люди в таких тупых матрицах херачат, извините меня, да, там, вчера мне Вика говорит, там сколько там, 20 тысяч рублей, там 30 тысяч рублей надо фигачить там, да, причем, чтобы там чего-то закрыть, каких-то клонов. Слушайте, люди фигачат. Ну, у нас цена вопроса там $215. Понимаете? Да ладно уже, бог с ним. Совсем если уж тяжко уже не было там в клеточку. 15, ну тогда надо поток людей создавать. Понимаете? Здесь же у нас нет никаких условий. Обязательное условие – два приглашенных, чтобы получать все деньги. У нас даже этого условия нет, друзья мои. Вот что я вам хотел сказать. Так сказать, крик души. Потому что мне обидно, потому что многие из вас уже обученные. Говорят, я, говорит, коуч, я говорит, психолог, я цифролог. Уже несколько человек там мне что-то высчитывали, мою жизнь. Спасибо вам, конечно. Но я и так знаю, кто я и что я, чего я хочу и чего я достигну. Просто надо делать. Я не проходил с этих курсов, у меня нету сертификатов. Просто я верю в себя, верю в себе, друзья мои. Ну и верю в вас, конечно, вот в тех людей, которые у меня сейчас на рангах стоят. Золото, платина, серебро. У Зои хорошая стратегия. Я вам тот раз сказал, звоните друг другу, коммуницируйтесь. Потому что нужна смена лиц, потому что нужна разная энергетика. Может, я кому-то приелся, может, Алтай кому-то надоел, да? Ну, позовите вы Зою к себе, да, в чат. Ну, пригласите в Валку, сходите сами к Валде в чат, понимаете? Зоя какие школы дает по запуску новичка? Ну, блин, я сам с удовольствием слушаю, да? Общайтесь, коммуницируйте друг друга. Дополняйте, наполняйте, обогащайтесь. Понимаете, обогащайте друг друга, потому что мы все связаны, на одних и тех же досках двигаемся, мы переливами друг к другу ходим. Поэтому усиливайте друг друга, продавайте сильно. И самое главное не забывайте, новичкам сами не рассказывайте. Вообще закройте рот, просто скажи, слушай, там чувак заработал за 45 дней $10 000. Блин, прикольно, блин. Хочешь
узнать как. А ну расскажи. Не могу, боюсь испортить. Боюсь испортить это блюдо. Давай я постараюсь договориться сейчас с вышестоящим, более, там более высокая компетенция. Он или она расскажет, я просто узнаю там, и продать я дорого этого человека, да, своего планера. Я не знаю, он человек занятой, мне надо договориться, чтобы для нас минут 10 могли этот человек выделить время. Понимаете? А не так. Номер скидывают, позвони этому человеку, расскажи. А у тебя охренел, что ли? Этот чувак сидит там, козюли в носу, ковыряет, я звоню, блин. Да, меня зовут Женис, да. Хочу вам рассказать, да, о компании такой-то. Вы как себе это представляете? Чтобы он мне говорил, ну давай я буду, я лежу, давай рассказывай, как космические корабли бороздят просторы Вселенной. Понимаете? Вы чего, сами не уважаете себя, не уважаете вашего планера. И не рассказывайте мне, дорого, в нашем присутствии, в присутствии ваших планеров, не хвалите этого человека. Он супер-пупер, он великий, он легендарный, он автоматизатор, он осенизатор, блин, понимаете? Нахрен он ноль. Он на этой встрече ноль. У него ничего нет результата. Он вообще ничего, он пришел на встречу, поэтому его все вот эти погоны, регалии там остались. Продавайте вашего планера. Слушай, Зоя, она вообще, блин, она уже спикер компании. У нее чек такой-то, у нее команда такая-то. Она во всех компаниях топ. Она во всех компаниях, ее просят быть спикером. Продавайте Зою, продавайте Валду, продавайте Райхан. Но не этого гуся, которого вы привели на встречу. Понимаете, какая фигня? Потому что уже не один человек, который зашел, у меня которых вот так вот хвалили, сидят там и в тряпочку молчат, блин. Автоматизаторы, блин. Понимаете? Вот она ошибка где. Сами не рассказывайте, выводите на планера. Выводите потом на презентацию. Потому что если вы сами рассказали, вы уже запороли. Человек уже закрылся. Потом там хоть Прохорова приводи на встречу, уже... Невозможно раскрыть вот эту тему. Невозможно раскрыть, показать прелести этой темы. Вы понимаете? Услышите меня, пожалуйста. Все просто. Все просто. Давайте теперь подытожим. Первое. Ваше внутреннее состояние, вот, да, это, оно сразу отражается на внешний мир. Второе. Компания ВО крутая. Да, не матрица, не хайп, не скам, не пирамидос и так далее. Да, потому что есть продуктовая компания. Не тот продукт, который мы можем на себя намазать, сожрать и так далее. Но очень актуальный продукт на сегодня. У нас есть это, правильно? У нас, что нам нужно? Нам самим встречи не проводить, выводить на вышестоящего. Приглашать, научитесь правильно приглашать на презентации. Вот правильно, грамотно приглашать на презентации. По идее, вообще за нас делает все компания. Вот все за нас. Пригласил, послушай, да. Потом созвонился, обратную связь. Ну все же просто. Все просто. У нас есть уже лидеры, которые, допустим, на хороших рангах. Ну созвонитесь, ну пообщайтесь, покоммуницируйте. Как у тебя это получилось? А что ты говоришь? А что ты делаешь? Блин, друзья, все просто. Я все. Алтай. Женис, хочу тебя поблагодарить. Классная, супер школа. То есть я понимаю, что те вещи, которые ты говоришь, да, они в очередной раз, да, обретают новую ценность, потому что это работает, и это чеки. И если вы посмотрите, что Женис когда-то на $215 зашел и сейчас сделал 50 иксов. У него уже чек больше $10 000, ребята. И тем более он сейчас на платине, он на пассиве. Понимаете, то есть он, в принципе, спокойненько уже, да, какой-то пассив получает. Но основной пассив — это бриллиантовая доска, когда у вас есть уже своя команда, и в команде есть бриллиант. Поэтому есть куда двигаться. И если что-то не получается, не сдавайтесь. Просто надо обучаться, надо делать правильные вещи. То, о чем сейчас Женя полностью раскрыл, пошагово, да, 5 шагов, и у вас все начинает получаться. Вы начинаете зарабатывать деньги. Это ни в коем случае, ребята, сегодня не нравоучение, да, там не что-то, просто мы показываем, заостряем внимание, чтобы вы, если у вас фокус сбился, чтобы вы снова собрались и делали правильные действия, которые легко повторить не только вам, но и вашим партнерам, будущим партнерам, новичкам
и у всех будет результат. Поэтому, друзья, всех благодарю. Женя, тебе спасибо за супер школу, за супер такой вот мотивационный бизнес-тренинг, даже, я считаю, назову мини-тренинг. И, ребята, так, давайте до конца недели, еще несколько дней, мы на середине, давайте закрывайте статусы, приглашайте, зарабатывайте. И завтра на финальной планерке тоже у нас будет интересная встреча. Поэтому, ребята, всех благодарю и всем пока. Всем продуктивного дня, ребята. Можно я? Это Венера из России. Женис мне очень большую оценку дал. Я не могу это приняв и промолчать. Поэтому я дам своего голоса. Я из России, Венера, Башкортостан, город Стерлитамак. Да, Виктория, как только меня нашла, пригласила, мы послушали, да, на голос Жениса нельзя просто было мне не идти, сидеть и вот это все дальше гадать, что же дальше за этим произойдет. И еще, я очень готова здесь с вами работать. Казахстан я всегда любила, потому что здесь люди такие порядочные и такие трудолюбивые. Еще когда я свои вот эти, как Женис называл, ерундовские вот эти бизнесы, хайпы проходили, они клонами заходили, и они такие хорошие деньги тогда уже зарабатывали. Поэтому у меня вот это отложение Казахстана, вот, издавна идет, и вот я просто тупо пошла, решилась на $15. Я из Казахстана уже, Ирина Алтухова здесь, Ирина, привет! Гульфия, у меня на 215, у меня 4 человека до 15, до воскресенья уже набирают по $215. Останавливаться не собираемся, потому что я их буду бить сейчас кнутом, чтобы они потом получили пряник. Я уверена в своих силах и уверена я в порядочности моих людей. Я думаю, и я уверена, что у нас все получится. Женя сказал, на 8 марта ты станешь на таком-то, на таком-то статусе. Вот его слова Богу в уши. Мы это обязательно сделаем. Так что засучиваем рукава и движемся вперед. По-другому я не вижу. Вижу цель, не вижу препятствий. Венера, благодарю. Прям супер отзыв от души. Здорово. Да, вот, ребята, смотрите, вот человек новый только-только подключился. И вот, чтобы вы вот именно Простите, перебью. У меня не $3 за 3 дня, я $12 заработала. Это супер результат. Когда в интернете зарабатываешь первый доллар, это неощущимо. Эти $12 дороже стоят, чем даже $500, $1000. Потому что это они первые в новом проекте. Поэтому, Венера, желаю вам звездной команды, сильных партнеров, чеков, рангов. Все это будет. Потому что вы правильные вещи делаете, правильно понимаете бизнес. И самое главное, вы не изобретаете велосипед. Вы четко выполняете тренерские установки. Поэтому все у вас получится, все у вас и чеки, и ранги, все это будет. К 8 марта себе сделайте подарки. И кто услышит сегодняшнюю планерку, будет повторять, делать, услышит нас, правильные вещи делать будете, у вас все то же самое будет в виде рангов, в виде чеков, в виде хорошего настроения. Ребята, всех хочу еще раз поблагодарить и увидимся на следующей планерке. Алтай, извините, мне надо закрывать нашу планерку. Я хочу сегодня поздравить всех наших мужчин, всю нашу команду с этим праздником, великим праздником. Пожелать вам всем мужества, упорства, счастливых моментов в жизни, мирного неба над головой. Желаю, чтобы все ваши желания шли к целям, и цели были без преград. Вот, поэтому я вам еще желаю жизненной энергии. Вот я не знаю, как вот так, как мне сделать так, чтобы вы меня могли видеть. Вот. Всем здравствуйте еще раз. Поэтому я очень рада, что мы находимся в нашей, в большой такой дружной семье, в вашей команде, что у нас такие
я не знаю, самые сильнейшие лидеры, с такой сильной энергией, да, которые нас ведут к целям, мы идем с вами, за вами. И еще раз всех мужчин в нашей команде я хочу и вас поздравить с этим прекрасным днем мужским. Нет, красотка. Ну как же, праздник такой, думаю, даже слова не хотят дать, все быстро-быстро и закрыли. Сегодня была прекрасная планерка, она каждый раз классная, сегодня прям такая жизненная, понимаете? Вот, поэтому не хочу говорить много, я другой раз скажу, сегодня мы и так, ну, как бы, вот, час, считай, вместе с вами отработали. Всем спасибо. Инель, благодарю тебя, благодарю, молодец. Да. Это тоже правильно. На планерках надо выступать, надо выходить с камеры, говорить на камеру, общаться. То, о чем Женя постоянно говорит, ребята, не стесняйтесь. Чем больше вас на сцене, тем больше вас на камере. Показывайте, какие вы красивые, какие вы классные, какие вы просто офигенные. Это наш бизнес, он именно так и строится, ребята. Никакие боты этого не заменят, никакие воронки. Люди должны видеть вас героев, таких, какие вы есть, настоящие. Инель, благодарю. Ребята, всех хочу поблагодарить. У нас через 3 минуты начнется следующий Zoom. То есть наши обычные сетевые будни. Список, звонок, встреча, подключение партнеров. То есть, ну, обычная работа сетевика, ребята. Да, поэтому... Алтай, нас уже ждут. Да, давай. Да. Ребята, всем благодарю. Всем хорошего продуктивного дня и всем пока.